оккупационные войска 28 апреля ударили по Киеву 5 ракетами. Прилетело в Шевченковский район. Это центральная часть столицы. На месте трагедии работал журналист Сергей Медяник. Ну, собственно говоря, вот есть это попадание ракеты в этот дом. Это достаточно страшно, потому что мы видим разрушенный дом. И здесь до сих пор слышен вот этот запах гари. Россияне атаковали Киев в день визита генерального секретаря ООН. В результате попадания ракеты в жилой дом погибла журналистка Вера Герич. Ее разбитый автомобиль до сих пор стоит возле дома. Вот за моей спиной результаты рукожопости россиян. Это очередное доказательство, что они ничего не могут сделать, даже обстрелы. Они целились в завод, где когда-то давно производилась техника украинская для военных целей. Но промазали и влупили прямо в этот жилой дом. Как видим, здесь страшнейшие нарушения, порушена стена несущая, и неизвестно, что будет дальше с этим домом. Здесь было ранено 6 человек. И это большая трагедия. Дело в том, что в Киеве с начала момента того, как россияне ушли от Киева в конце марта, Киев был спокойный, здесь начиналась жизнь. И вот путинские орки снова терроризируют Украину и столицу Украины. А это самое страшное, потому что столица – это зеркало страны. И если они снова начали обстреливать Киев, это значит, что они эту войну не собираются прекращать. И вот эта человеческая очередная трагедия – это очень страшно. Здесь до сих пор слышны запахи гари.